вести эту тему. Я очень люблю из истории христианства некоторые такие периоды, допустим, время реформации очень люблю. Вот 16-го столетия, да, реформация, Лютер, Кальвин, там, анабаптисты. Но мы не пойдем на запад, мы будем на востоке. В эту неделю. И, друзья, братья и сестры, слава Иисусу Христу, слава нашему Господу, Богу Спасителю. 13-й урок истории христианской церкви. Сегодня я хотел бы рассказать о некоторых малоизвестных вообще периодах в истории христианства. На прошлых уроках я говорил о таком времени смешания с язычеством, да? Время, когда смешивалось христианство с язычеством, истина и ложь. Даже того, что вы услышали в эти дни, уже достаточно, чтобы понять, что на самом деле все очень далеко зашло в христианстве историческом. И, в общем-то, требовалась большая реформа, большая реформация. Многие наши люди хорошо знают или слышали, по крайней мере, многое о реформации 16-го столетия. О Лютере, Кальвине, о анабаптистах. О том, как в том далеком 16 столетии, 5 столетий назад, 500 лет назад, постепенно христианство стало выруливать именно к Евангелию, к Библии, подниматься. Если изобразить графиком, то до 1517 года христианство, оно чаще всего скатывалось вниз, по наклонной, уходило от Бога, и чем дальше, тем больше. Но вот с того самого 1517 года, кстати, октябрь 17 года, да, 31 октября, вот недавно отмечали мы как раз день Великой Реформации, 31 октября, для кого-то это Хэллоуин, для кого-то это День Всех Святых, но вообще-то именно в этот день, да, сатанисты там, сектанты празднуют там Рождество Люцифера, как бы там дьявола, там, значит, но сатанинское Рождество, в Москве там были такие надписи там на этих, на заборах, там кошек мучили там на кладбищах годы, значит, ну как бы, в общем-то, каждый по-своему праздновал, кто-то тыкву там со свечой ставил у себя во дворе, значит, но там в Подмосковье так было чудно так видеть возле домиков эти тыквы со свечами, значит, ну немного жуковато, конечно, но, в общем-то, кто как празднует 31 октября, но для христиан этот день, это день победы, день, когда водрузилось знамя реформации. Именно почему 31 октября? Потому что это был День Всех Святых, и в том немецком городке, в этом захолустье, в Лютерштате нынешнем, тогдашнем Виттенберге, небольшой немецкий городок, знаете ли, но там был большой костел построен, большая церковь, большое здание, большой храм, который был посвящен как раз празднику Всех Святых, которые по католической традиции празднуются как раз 31 октября. И, в общем-то, поэтому 31 октября раз в году со всей Германии народ сходился, паломников было очень много. Из юга, с разных немецких земель. Мы знаем, что Германия тогда была разрозненной. Были разные очень такие, как бы, территории германские. Но были праздники, объединяющие как раз немцев, ну, в частности, католиков, как раз все были католиками тогда в Европе. Нельзя было в то время, допустим, выйти из католической церкви и начать новую, допустим, церковь. Но Лютеру это удалось, это было божьим чудом настоящим. Потому что всех тех, кто пытался что-то такое сделать, даже заявлять о своем несогласии с вероучениями католической церкви, просто-напросто, или православной церкви, просто-напросто отправляли на костер. И особо не церемонились ни на востоке, ни на западе. Да, и лучше все-таки выключать. Я сам пару раз так попадал, прямо за кафедрой телефон начинал звонить. А, кстати, не в Иерусалиме, а в этом, в Назарете. Тамошний раввин мессианский научил интересной меня молитве такой. В начале служения он там помолился. Говорит, достанем телефоны и помолимся. Благословен Бог наш, давший нам мобильную связь и повелевший отключать время служения. Все, думаю, здорово, интересно. Но мне это очень понравилось. Да, друзья, и, значит, я о многом хочу сегодня рассказать, но вот коль начала реформация, так пару слов еще об этом времени уникальном.
На самом деле, сегодня очень много как бы ругают, критикуют Лютера, значит, Кальвина, значит, и вот тех первых реформаторов, но, знаете ли, как правило, критикуют их те, кто сами ничего не делают. И, как правило, критикуют их те, кто, окажись они в то время, в ту эпоху, я думаю, что не осмелились бы эти люди поднять знамя реформации. Знаете ли, то, что Лютер прошел, что он рисковал жизнью, почти, ну, большую часть своей жизни земной, был под угрозой смерти, что люди видели, как их товарищи погибали на кострах, знаете ли, и, однако же, поднять знамя реформации, это было очень мужественным делом. Хотя он, Лютер, мы знаем из его писем, из его посланий, не был идеалом. Далеко не идеальная личность и со своими проблемами. И он так, даже выйдя из католицизма, он так и не порвал вот эту пуповину оккультную, религиозную, католическую там пуповину эту греха. Во многом он оставался антисемитом, да, это правда. Хотя на фоне антисемитизма тогдашнего католицизма это было вообще, как сказать, это цветочки были. И, в общем-то, таким же педобаптистом он остался, то есть он по-прежнему крестил младенцев и как бы считал это, ну, раз это принято, значит, это, так надо сделать. Вот, оставался во многих своих заблуждениях он, и другие реформаторы 16-го столетия тоже не были идеальными личностями. Да, в общем-то, что и дело искать. У нас только одна идеальная личность в Библии, в жизни, да, это Иисус Христос. Даже Илия, написано, был подобный нам человек. Он не был идеальным героем, не супермен такой. Значит, но он был похожий на нас, обычный человек, но он помолился, и небо было закрыто. А потом помолился, и небо открылось. О чем это говорит? Что Бог, Он не требует с нас снимать с неба звезды, но делать то, что мы можем делать, быть верным Ему и приносить плод в Царстве Божьем. Слава Богу. Конечно, значит, тогда церковь переживала большой такой упадок, в целом христианство мировое. И слава Богу за Лютера, слава Богу за вот тех реформаторов первых, что подняли знамя реформации. И Лютер в своем этом храме всех святых в Виттенберге прибил 95 тезисов, которые, ну, вынесли в свет на обсуждение такие темы, о которых люди лишь могли только среди своих поговорить где-то на кухне, но не решались во всеуслышание обсуждать такие темы. В частности, вопросы об индульгенциях. Кстати, большинство реформаторов 16 века, они поднялись, протестуя против индульгенции. Помните, я вам говорил как-то на лекциях о так называемых мытарствах блаженной Феодоры. Помните, говорил там из этого лжеучения, которое было в 940 году записано, со сновидения одного монаха, родилось там откровение такое ложное, там о 9-40 днях, там прочее, знаете ли, такие полуоккультные и оккультные учения. А смысл этого откровения в том, что якобы спасаются добрыми делами своими, человек, значит, искупляет свои грехи. Это очень такое мерзкое учение, но оно сохранилось. Так вот, на Западе оно стало известно как учение об чистилище. На Востоке, как в православии, имеется в виду, я говорю Восток, значит православие, православие как учение мытарства до сих пор это учение известно, а на Западе как учение о чистилище. Но хрен и редьки не слаще. Я говорю, это одного поля ягода, просто как бы одно и то же лжеучение, просто под разным соусом подается, в общем-то. В Западной Европе это учение просто оно додумано. И вот я вам расскажу пару моментов, как додумали в Западной Европе это лжеучение. Они представили себе, допустим, какой-то брат пошел по мытарствам, и он там откупился на чистилище на одном, помните, да, сам принцип, что добрые и злые дела взвешивались на весах. И, допустим, один пошел, откупился очень запросто даже. У него там мешок добрых дел, а, значит, плохих там, ну, вообще, очень мало. А второй брат пошел, и его и там обвесили, и там, значит, не домолили его, и там, значит, у него не хватило добрых дел, и все, он застрял. И там над ним издеваются. И богословы западноевропейские подумали, а нельзя ли бы взять немного добрых дел у первого брата и поделиться со вторым братом? Сказано, сделано. Родилось откровение, родилось лжеучение, которое до сих пор существует, к сожалению, значит, у наших западных братьев. До сих пор римо-католики верят в святые индульгенции. Это является до сих пор, уже 5 столетий прошло реформации, со времен начала реформации, поэтапного обновления мирового христианства. Но до сих пор в римском католицизме есть доктрина о святых индульгенциях.
И, конечно, нет сейчас, как вот 5 столетий назад, таких вульгарных, таких, знаете ли, распродаж этих индульгенций. Нет сейчас скидок этих, вот как были тогда, до 50% на праздники, на, допустим, на Пасху, на Рождество, на престольные праздники. Сейчас направо-налево там значит, не распродают, знаете ли, вот эти прощения грехов. Но сам принцип порочный остался. Сегодня по карте визы можно, в принципе, просто-напросто безналично оплатить, и можно получить, значит, по электронной почте, распечатать сертификат, повесить себе на стеночку, вот ты прощенный в грехах твоих. Но, правда, сегодня много оговорок, сегодня это учение, оно как бы доделано. Ты должен быть католиком, ты должен быть религиозным, ты должен иметь священника, священник должен за тебя поручиться, что ты каешься, что ты именно как бы вот раскаиваешься в своих грехах, и как бы, чтобы тебе помочь, как бы считается, вот церковь может тебе протянуть руку в помощи. И, но сама вот эта подлость этого лжеучения в том, что отпущение грехов предлагается не за счет того, что написано в Библии, Христос умер за нас, да? А именно за счет излишков добрых дел святых умерших, преподобных, мучеников, святителей. То есть получается, доктрина говорит о том, что можно не только заработать самому спасению, но и переработать. А вот эти излишки добрых дел ты можешь за кого-то, значит, себя спас и спаси какого-то парня, там, кого-то возле себя. И, значит, получается, здесь Иисус, он лишь постольку поскольку. Спасение за счет добрых дел святых. И поэтому в средние века такое бурное мифотворчество началось. Переписывали жития святых. Всевозможные такие факты вдруг обнаруживались. Допустим, там он на столбе простоял 10 лет, прописали 20. Кто считал там? Значит, там, допустим, он там что-то сделал. То есть приписки были, массовые приписки. Создавались новые святые буквально из ничего. Мифы создавались на ровном месте. Кому-то снился сон, как, допустим, было на Руси. На Руси было не меньше этого мифотворчества. Допустим, много раз такие были записаны истории. Находили чьи-то останки, допустим, расширяли храмы или там что-то еще. Находили останки, вроде монах, значит, там, допустим, да. А кто такой, мы не знаем. И кому-то из этих, там, допустим, отцов, они молились, постились на эту тему. Является какой-то там покойник и говорит, это мои останки. А кто ты? Меня зовут так-то, так-то. Я жил тогда-то и тогда-то, значит, там, и я святой, там, я сейчас на небесах, там, и вообще, вот тебе мое житие. И обычно, вот, и через такие сновидения, порой и откровенные видения, как бы, рождались новые культы, записывались, и создавался новый культ. Как, допустим, на Руси был случай с одним этим юродивым, не юродивый, но столпник. Значит, который жил на дереве. В России обычно не на столбах, а на деревьях. Жили в дуплах больших деревьев, жили монахи, столбники. Знаете ли, ни зверь, ни птица, значит, волосатые, когтястые. Они жили в дуплах деревьев. И князь выехал на охоту в своем, ну, будем так говорить, в своем лесу со своими ребятами. Он поехал на охоту и видит вдруг, знаете ли, как говорится, он вначале стрелял, потом спрашивал, кто это. Белка? No, sir. Вот. Он, значит, вдруг увидел, вот это да, что за экземпляр такой, значит, знаете, йети такой. Значит, типа соловья-разбойник, что такое, да, сидит такой, значит, когтястая, значит, однозначно когтястая, очень волосатая, значит, ни зверь, ни птица, знаете ли, вот. И он, значит, стрельнул, а потом, когда подскакал, значит, видит, это, оказывается, человек, да, притом еще, видимо, святой какой-то, потому что у него на нем крестов, знаете ли, значит, всяких там немерено. Значит, и по, значит, лохмотьям определили, что это не просто лохмотья там бомжа какого-то, а это монашеские какие-то лохмотья. Знаете, значит, поэтому слуги прискакали и говорят, князь, это дурной знак, ты, видимо, убил святого человека, значит, ну, как бы, ну, теперь, как минимум, 7 лет невезения у тебя в твоем царстве, и 10 казней египетских, значит. Одним словом, князь был в шоке. Он посоветовался с митрополитом. Митрополит, конечно, насчитал ему кругленькую сумму за все это. Потому что, говорит, снился сон кому-то из братьев. Это очень святой вообще, мега святой монах. Значит, и вообще он такой когтястый, просто он такой особо святой. И, значит, хотя мы не знаем, как его зовут, но потом узнаем. Значит, и потом, значит, записали, что... То есть из ничего родили легенду.
А князь выделил казну, очень большую сумму. На этом месте построили храм, потом монастырь, значит, там за казенный счет жили монахи, там молились за душу этого князя, чтобы, значит, ему там простилось это все. Вот, значит, и этого волосатого, когтястого полумонаха, полубомжа, жившего в дупле дерева, просто-напросто его, для него сделали из золота, серебра раку для поклонений. И много столетий подряд продолжался этот культ. До сих пор его останки где-то там ходят по храмам, монастырям. То есть вот таким образом рождались мифы. Сегодня вы скажете, ну это было когда-то, да, допустим. По сей час, вот как раз... Пастор рассказал случай, там, вот что сейчас в Москве происходит, да? Это в наше время, 21 столетие уже. Люди с высшими образованиями становятся в очереди, километровые очереди, к поясу Богородицы приложиться. Ох, ужас. Значит, я сам помню, конечно, тоже чудил, но не до такой степени. Значит, хотя тоже был религиозным довольно-таки молодым священником, который тоже вот как бы к святым мощам каким-то... Я тоже бывало, да, вообще, что там судить, я тоже в этом всем жил. Хотя бывают случаи особые, конечно, как вот в Виннице, допустим, в Украине. У меня там много друзей в Виннице, я там бываю иногда. И там один мой друг, он пастор церкви. Он чернокожий сам, афро-украинец, значит, родом из Ганы. Фредерик его зовут, пастор Фредди. Значит, он очень черный брат такой. Жена у него белая, украинка, а дети такой молочный шоколад. Очень интересно, красивая семья такая вообще. Значит, и очень добрая семья, церковь называется Христа Воскресшего церковь. И вот, значит, и когда я первый раз приезжал к ним, Фредерик говорит, что так и так, батюшка, поговорите с нашими православными. А то говорит, они с ума сошли, они пеньку поклоняются. Я думаю, я тоже чудил, но не до такой степени, чтобы пеньку поклоняться уже. Я думаю, наверное, он что-то не так понял. Он протестант, значит, тем более с чужой культуры. Мало ли, может, не так понял, что... Может, там что-то нарисовано, допустим. Может, там какая-то там, не знаю, икона там. Оказывается, мы заезжали. На самом деле, вот, значит, прямо возле храма часовня такая. Заходили в нее, в эту часовню мы тогда, значит. И смотрю, на самом деле, посреди часовни пенек стоит. Не низок так, не высок. Такой православный пенек вполне... В губной помаде, матушка оттирают, ворчат. Значит, понимаете ли, с трех сторон огороженный он, значит, а спереди такая подставка, такая вот, значит, подколенник, да, чтобы на колени и прям в пенек. Да, но не сразу. Матушки вот эти вот, они так, а-ля монашки в черном таком, значит, они вначале посылают всех заходящих по периметру пройтись и поцеловать все чурки. Ствол дерева порезан на чурочки такие, и все это развешено по периметру этой часовни. Но там еще несколько икон в разбавку. А так в основном чурки висят. Ну что, Чуркистан? Или Украина это? Что это такое? Представьте себе, люди идут, целуют всех чурок, значит, все чурки, а потом в пенек. Значит, но там, опять-таки, эту истерию религиозную раздули местные СМИ вообще-то. Потому что они там написали всякие статьи там в газетах, там по телевидению, мол, там чудеса, мол. Да. Там, местные экстрасенсы говорили, что их там зашкаливают вообще. Женщины беременеют. Вообще там такое происходит вообще там в этой Виннице. Вот тебе пенек. А что ж родится тогда, если женщина там забеременеет? Это Буратино родится, что ли, получается? Не знаю, значит. Папа Карло. Вот, не, вообще, я, значит, так рассуждаю, что, значит, как бы беспредел. И это не просто, знаете ли, я думал, там, какие-то, может, там, суеверные люди собрали это все, поставили часовню. Это все официальные власти одобряют, религиозные, церковные власти. Вот, а история такая, что возле храма росло дерево большое, священник нанял бригаду, чтобы они спилили это дерево, убрали. Значит, оно было старинным, большим и могло завалиться уже. Так вот, и эти рабочие обратили внимание, что кольца на пеньке необычной формы. И бригадиру показалось, что это крест, в виде креста как бы. Хотя там пофантазировать можно что угодно пофантазировать, знаете. Ну, правда, необычной формы на пеньке эти были кольца. И вот, и священник признал тогда, что это святое древо. В епархии подтвердили Московского патриархата, значит, Украинская православная церковь, Киевская, Московского патриархата объявила, что это святое древо.
значит, там отовсюду, из России, значит, со всей Украины приезжают паломники. Все покупают эти наборы такие, там кора дерева, значит, веточки, листочки. А с другой стороны, там, значит, там попленочка все это. А с другой стороны, молитва святому древу. И люди покупают маленькие наборы, недорого, там буквально пару долларов-то. А большие наборы, там уже там посерьезнее сумма. Вот, значит, там и коры не пожалеют, и листочков там побольше, знаете ли. И вот, и люди покупали, и покупают. И один винницкий журналист решил этих аферистов религиозных в рясах разоблачить. Просто-напросто у него все было нормально с арифметикой. Он почитал, сколько за эти годы кубометров было продано этого дерева. Получилась целая рощица. Даже по приблизительным, знаете ли, таким подсчетам, целая рощица. Он просто-напросто проконтролировал там неделю-две, значит, продажи, значит, и потом, значит, там, ну, поинтересовался, сколько вообще продают там за месяц, допустим, и оказалось точно, что, оказывается, продают очень много этого дерева. Но когда аферистов этих вывели на чистую воду, эту епархию, знаете ли, им все Божья роса. Этот батюшка, он написал в местную газету, как бы наш ответ, знаете ли, вот, Чемберлену там. Значит, что написал? Что так и так, мол, это чудо. Понимаете ли, умножение, как у Иисуса было умножение хлеба, да, умножение рыбок, а это дерево. Якобы мы там порезали это дерево уже, все, почикали, а потом, значит, расфасовали, приходим снова, значит, туда, как называется, в храм, да. Да, здесь батарейка. Да, вот такое чудо, вот такие чудотворцы. И якобы, значит, вот это все растет, дерево растет. Они на утро приходят, а дерево опять растет. Представляете? Кошмар. Да, вот такие вот дела. Кстати, до сих пор чудо продолжается. Вот откуда фраза «деньги рубят», да? Ну да, да, видимо, да. Ну, а что скажу, самый наглый аферист, это религиозный аферист, я думаю. Почему? Потому что такого рода аферисты наживаются на самых таких, ну, как бы, светлых, ну, как бы, человеческих таких мотивах, что ли. Человек ищет Бога, потому что человек ищет Бога, и, знаете ли, к сожалению, ему вместо хлеба, получается, дают вот этот камень, а вместо рыбы – змею, вот этого религиозного оккультизма подсунут, знаете ли, змею. Вот такая история. И, кстати, насчет, это не единичная история, и таких историй очень и очень много. А плюс еще истории другие, их очень много, я знаю десятки таких историй, когда там иконы плачут, знаете ли, о чем плачет дева там, по ком слезы льет, непонятно вообще. То там кровавые слезы, то, значит, там обычные слезы, то, значит, миром плачет, такое пахучее масло такое. Я не знаю. Кстати, новое поколение в этом плане имеет опыт определенной борьбы с такими чудесами. Значит, есть город Першотравенск, по-русски Первомайск, значит, Днепропетровской области. Там пастор Тищенко. Я у них бывал не раз. И, значит, там мне историю рассказали. Пастор Тищенко рассказал такую историю потрясающую. Значит, к ним туда, в город, привозили эту икону плачущую, которая, значит, плакала на взрыв, значит, во всех храмах, по всей Украине, фактически. Знаете, много людей видело все это, там ажиотаж такой. А в Першотравенске все было по-другому. Знаете почему? Потому что там примерно 10-я часть всего населения города члены этой церкви. Представьте себе, то есть протестантский город. Там куда ни пойди, везде там будь благословен, халилюя, шалом. То есть, там как бы рыба немерена на этих на машинах, да, значит, там вообще там. Вот, значит, и как бы, ну, удивительно. И вот, значит, и вот, а мы решили, говорит, значит, да, и батюшка местный, он взял, значит, и как бы пригласил эту икону, ну, чтобы епархию, чтобы прислали эту икону, чтобы, значит, оживить религиозную жизнь, как бы, в его городке. А то вот сектанты расплодились, говорит, немерено, а православных все меньше, с гулькин нос вообще. И вот, значит, и привезли икону, и икона не плачет. Значит, там, ну, факт констатировали. А почему? Потому что накануне новое поколение взяло пост и молитву. Пастор Тищенко взял микрофон и говорит: братья, сестры, давайте будем серьезно к этому относиться, давайте помолимся так, чтобы у нас она не плакала. Нам не надо это.
пусть смеется, но не плачет. Наш город харизматический вообще. И все. Значит, и батюшка был вынужден факт констатировать, вышел, значит, на ОМВОН, значит, там, ну, вперед, значит, там, и объявил в храме, так и так, видимо, город наш проклятый вообще, говорит. Везде, по всей Украине плачет, а здесь, видите, сухо, все дни, как он оставил, сухая, хоть бы что, хотя бы слезинка бы, знаете ли, ну, ладно. Но вообще-то, конечно, вот феномен чудотворных икон как раз показывает откровенно демоническую сущность иконопочитания, иконопоклонения. Если бы не это, то можно было бы как-то поверить вот этим словоблудам, мол, я не самой иконе поклоняюсь, а первообразу через этот образ. Но правда жизни показывает нам как раз глупость подобных заявлений, их необоснованность, потому что как раз люди верят в феномен чудотворных икон. Но и другие чудеса, вот еще брат задавал вопрос в начале, получается, семинара, я так и не ответил, вот, приберег напоследок ответ этот, потому что вопрос, я думаю, многих из вас беспокоит вопрос этот, потому что по российским каналам, в СМИ, по телевидению очень часто об этом говорят перед Пасхой. И вот я думаю, что перед Пасхой 2012 года опять будет массированная просто промывка мозгов населения российского. Дело в том, что говорят, что якобы огонь сходит на Пасху. Огонь на Пасху. И настолько это как бы последние десятилетия как бы вдалбливалось в сознание населения, что многие люди как бы вот чуть не на автопилоте отвечают, что наша вера истинная, почему? У нас на Пасху огонь сходит. Представьте, вера миллионов людей держится сегодня, даже религиозно грамотных людей, держится сегодня на факте ложном, держится на каком-то огне, сходящем на Пасху в храме Иерусалимском. Значит, там, в Иерусалиме, в храме гроба Господнего. Само, конечно, название уже пугающее такое. Я там был в этом храме, но, скажу, ну, немного так вот настораживает даже само название. Храм гроба Господнего. Наверное, для дьявола трудно было лучше выдумать вообще название для храма. Значит, потому как мечта дьявола в том, чтобы Иисуса либо похоронили, и он не воскрес, и вообще, чтобы был гроб, но не было самого живого Бога. И люди лобызают гроб, люди лобызают гробницу, думая, что это гроб Иисуса Христа, хотя во всех путеводителях по Иерусалиму вы можете прочесть информацию, значит, небольшую или более подробную информацию о том, что уже доказано археологами однозначно, что там не мог быть гроб Иисуса Христа, потому что, ну, просто в те времена, в древности, не так представляли себе как раз стены времен второго храма, стены города. И в том месте был город, а не за городом это было место. А похоронить Иисуса не могли в городе, в черте города, а за городом, за стеной. Поэтому вышло недоразумение. В 4 веке особо не напрягались с тем, чтобы, знаете ли, вот и будут проверять. Царица Елена, вот эта вот, как бы, ну, такая аферистка с большой буквы религиозная, знаете ли, мать Константина Великого, она, наверное, даже и не помышляла, что через там 1500 лет ее разоблачат. Но, в общем-то, но ее ложь очень сильно крепко держалась все эти столетия. До сих пор, даже когда уже, казалось бы, разоблачили ее ложь, значит, до сих пор ей верят как святой, и что якобы царица Елена, я поясняю, она как бы нашла этот крест. И нашла гробницу, нашла эти места, как бы связанные с жизнью Христа и смертью, воскресением. Британский, английский генерал Гордон нашел, как считается, место, которое, ну, вот сегодня, согласно научных данных, уже процентов 99 можно предполагать, что это именно место, где Иисус был распят и похоронен. Но англичане, протестанты, сделали очень правильно. Во время британского мандата генерал Гордон занимался больше не военной наукой, а археологией. Его солдаты, его армия больше занимались копанием и археологическими изысканиями. И очень много открытий было в то время как раз. И насчет археологических, потому что генерал Гордон, он был еще историком по образованию, и он больше занимался наукой, чем военной наукой, такой, больше исторической наукой. И вот... И нашли это место, которое было реально за стенами, нашли фундамент этих стен, разрушенных времен второго храма, нашли, значит, вот именно место, которое
было за городом и недалеко от дороги как раз. И очень напоминает, когда раскопали, значит, убрали все вот эти лишние вещи, костяк реально этой горы напоминает череп человеческий. И рядом сад, ну, нашли свидетельство того, что там был сад на самом деле в те времена, времена второго храма. И плюс еще, нашли гробницы, и гробницы богатые при том, что было очень нетипично и необычно для этой находки. И, значит, и ну, как бы были другие еще предположения, почему это может быть местом как раз именно распятия и воскресения потом Христа и его гробницей. Но протестанты, англичане сделали правильно. Они не сделали из этого шоу, они не стали поклоняться этому месту. Там разбили парк, цветочки, очень красивое место просто для отдыха, побыть там, помолиться, значит, уединиться. И на вот предполагаемом месте, чтобы не было поклонения, написали: его здесь нет, он воскрес. Слава Богу. То есть все, как бы, пожалуйста, не делайте это, не поклоняйтесь, значит, там он воскрес, Иисус воскрес. И это очень правильно было сделано, считаю. Но, к сожалению, вот на том традиционном месте поклонения, где якобы там огонь сходит, значит, там до сих пор поклоняются, лобызают камни эти. Такое гнетущее состояние. Я не был на Пасху там, я был уже после Пасхи, но, знаете, значит, впечатление такое было не очень приятное. А потом, оказывается, так, меня что насторожило еще и тогда, еще во время поездки и до поездки, насторожило то, что вот эта вера в схождение огня, она только лишь в бывшем Советском Союзе распространяется. Все остальные православные церкви по всему миру в это не верят. Значит, меня это настораживало и раньше, но когда я был там, уже я об этом размышлял. Почему? Там много греческих священников, там много священников с разных других православных церквей, но никто из них не верит в огонь. А почему именно лишь на территории бывшего Союза есть эта вера? Ну, кроме Армении, может быть, кроме там некоторых регионов, там, в принципе, почти по всему Союзу есть эта вера. Особенно в России, в Украине, в Белоруссии, вот, где массированно российские СМИ как раз распространяли вот, и распространяют подобную вот информацию. Вот, слава Богу, я в эти дни немного ругал Кураева, так, значит, не скупился на слова некоторые такие, но сегодня похвалю я его, сегодняшним днем, потому что не то, чтобы, значит, все так изменилось, нет, по-прежнему я говорю, пусть Бог даст ему покаяние, значит, изменения, но последние годы я вижу его эволюцию такую к Евангелию, постепенно, такую, может быть, внутреннюю реформацию, не знаю. И я зауважал его очень сильно, когда узнал такую вещь, что он первый из православной иерархии всей, значит, именно духовенство российского, русской православной церкви, кто открыто выступил против этого священного огня. Думаю, слава Богу, нашелся порядочный человек. Нашелся человек, который не побоялся. Думаю, слава Богу, Бог за это очень сильно благословит, конечно. Значит, голос вопиющего в пустыне русской православной церкви. Значит, и диакон Кураев просто-напросто забил тревогу очень серьезную, что вера миллионов людей зависит от ложного вот этого чуда, якобы схождения огня. И, слава Богу, Кураев опубликовал интервью с патриархом Иерусалимским на русском языке, сделал перевод это интервью. Значит, то интервью, которое публиковали по всему миру, в Америке, в частности, в православных церквях. Я приезжал тогда вот в американские православные церкви, и в Европе тоже был в православных церквях. Там мне вопрос, один из первых вопросов задавали, неужели русские православные верят в то, что огонь сходит там? Или это просто, ну, как бы, вот, значит, очередная там грязь в сторону России? Я говорю, нет, реально верят. Я говорю, я реально знаю, что верят в то, что это... А почему верят наши люди? Потому что телевизору, ящику очень большая вера у нас. Значит, и если сказали по ящику, значит, это правда, значит, этому бывать. Вот, и хотя я разговаривал со священниками, допустим, брянскими, которых я знал хорошо, они были там на Пасху, целая делегация была, значит, я потом спрашивал, значит, ну, я сам еще был священником традиционным тогда, и как бы тоже верил в это все, хотя временами не верил, временами верил. И я спросил этих священников, значит, после приезда, говорю, ну, вот, а реально, ну, как бы огонь сходит? Они говорят, наверное, сходит. Но раз все говорят, ну не скажешь, что король голый. Понимаете ли?
значит, сходят. Они были на Пасху, всю ночь были там на служении, там были на внутри храма. Вот, но, как бы, реально, вот среди своих, когда разговор среди священников, они лишь плечами пожимали, как бы, ну, как бы, наверное, сходят, говорит. Но они не видели, были там. Я потом вспоминал, знаете ли, историю с этим, значит, с плачущим Николаем II, икону Николая II. Привезли в Одессу, поставили ее на видное место, значит, там в соборе кафедральном, и объявили, что, мол, вот царь плачет по поводу отделения Украины. Короче, такой заказной политический плач. Значит, и так вот, есть профессиональная плакальщица, да, есть икона, плачущая на заказ, значит, партии. И вот, значит, и представляете себе, толпа людей, одесситы очень любят посмотреть что-то новенькое, смотрели, ходили, но ничего не видели. Но признаться в том, что король голый, не решались, ну, выглядеть менее духовными не хотели, наверное, люди, значит, поэтому, или ждали все-таки плача. Так вот, и журналист местный, но он сам не с Одессы был, с Одесской области, теперь он в Киеве живет, он, значит, об этом писал подробно, он, значит, задал вопрос священнику, настоятелю этого собора, что, говорит, почему вот некоторые видят, некоторые не видят. Говорит, и вот я не видел, допустим, все эти дни я занимал очередь, стоял, был там, но не видел. А перед ним была женщина, которая явно была, ну, нездоровой, так, психически, знаете, кликуши называют их на Руси, называли. Она видела вдруг эту слезу, как бы скатилась слеза. Я не вижу, я следом иду, я не вижу ничего. И батюшка сказал ему, это не всем дано еще увидеть, говорит. Ты не удостоился, как бы, у тебя там третий глаз, как бы, еще не открыт, еще, как бы, ты не видишь ничего. Ну, понятно. И что дальше? По поводу огня. Просто-напросто из-за того, что каждый год православные туристы, паломники с ожогами разными попадали и попадают, значит, в клиники Иерусалима, значит, потому что доверяя телевизору, люди пытаются на самом деле опалять свои даже волосы порой, представляете, руки там, значит, и с ожогами порой попадают, значит, в клиники Иерусалима. Поэтому много было нареканий в израильских газетах на вот православную эту традицию жечь себя огнем. И поэтому патриарх был вынужден обратиться с, ну, таким открытым интервью, значит, и высказал он как раз именно вот все, что он думал о русских туристах. Он сказал, что никто не обжигается почему-то, кроме вот русских паломников. Потому что с других стран православных никому в голову не приходит экспериментировать с огнем, зажигать свои там руки, там волосы тем более. Знаете ли, но он обвинил именно как раз в разжигании этой нездоровой веры, этого суеверия российские СМИ. Потому что и спецслужбы российские. Потому что, в принципе, как раз с конца 80-х началась вот просто реальная промывка мозгов вот этим ложным чудом. Если, допустим, до начала 80-х, ну, до середины 80-х, эта вера была лишь уделом отдельных суеверных старух, простите, значит, но это не было учением. Я не знал ни одного священника, допустим, даже в 88-м еще, значит, в семинарии, кто бы верил в эту веру. Но, начиная вот как раз с 88-го, среди священников повально началось увлечение этой верой. Люди доверяют телевизору. Я считаю, это считаю провокация российских спецслужб и российского телевидения. Значит, откровенной воды заказное чудо, вымышленное чудо, ложное чудо. Так вот, и патриарх Иерусалимский, тот самый, на которого русский ящик говорит, значит, что телевидение говорит, что якобы он принимает огонь на Пасху, якобы его там обыскивают, якобы там проверяют зажигалки или спички у него есть там, спрашивают его, куришь, не куришь, там, значит, там что-то еще, шутка. Значит, и знаете ли, он сам, этот патриарх, просто-напросто сказал, что ничего такого и нет, и не было, и это и не ожидаем мы этого даже, не ожидаем. Но огонь называем, значит, святым, да, не потому, что он зажигается сверхъестественно, а потому, что это святая ночь, потому, что это Пасха, потому, что, значит, для нас огонь – это образ, как раз зажигаем свечи, это образ воскресения Христа, но не больше. Значит, и он попытался русским туристам, паломникам через это интервью донести следующее, чтобы они больше на следующую Пасху не пробовали зажигать свои волосы, хотя священники предупреждали русских туристов, они знали об этой традиции, нелепой традиции. Вот, значит, и потом сделали разоблачение вот этих программ, которые до сих пор распространяются на видеодисках, распространяются по храмам.
по всей России фактически и по Украине. В Украине, в Киево-Печерской лавре, я видел отдельно целый диск записан именно с этой программой и с интервью священников, якобы которые были свидетелями этого святого огня. Откровенной воды аферизм. И все это продается по сей день. Представляете себе? Даже после того, как патриарх полностью это ересь разоблачил и заявил, что такого никогда не было и нет. Не то чтобы сейчас нет. Некоторым православным я объясняю, что этого нет огня. Они говорят, ну, видимо, по грехам нашим уже антихрист, видимо, пришел, поэтому и нет огня. А вообще-то, как бы, раньше было, говорю, и не было его. Никогда. За всю историю вот, храма, там, существования храма с 4, 5, 6 столетий, знаете ли, не было ни одного пасхального служения зафиксировано, где был бы огонь какой-то, сверхъестественно возжженный огонь. Вот, и представляете себе, насколько подлые вот эти чекисты, значит, и вот эти телевизионщики, те, кто замутили вот эту провокацию. Вопрос для меня, скажу так, очень такой серьезный. Значит, передо мной был вопрос, кому это надо? Для чего это надо? Есть разные, конечно, объяснения, почему это все до сих пор распространяется. Вот, но я скажу так, что чудеса нужны. Церковь, она, это чудесный институт, будем так говорить, да? Так, если на таких ложных чудесах строится вера миллионов людей, то возможно, что завтра кремлевским хозяевам не нужна будет религия. И нужна будет снова, допустим, атеистическая идеология. И как сделать, чтобы вот, повторилось только в еще большей степени то, что было в 20-е годы, массированная антирелигиозная пропаганда. Как, допустим, сделать из десятков миллионов православных, номинальных, пусть даже, десятки миллионов атеистов, и притом воинствующих атеистов. Очень просто. Как Ленин сделал в 20-е годы массовое разоблачение ложных чудес православной церкви тогдашней, но тогда не было телевидения, хотя Ленин говорил, что кино это сильнейшее из искусств или важнейшее из искусств. В общем-то, сегодня через телевидение просто-напросто можно сделать чудо, настоящее чудо. Можно в течение месяца-двух разрушить все то, что строилось вообще годами этими. Веру религиозную, вера пустая, вера бестолковая. Знаете ли, вот вера в эти огонь сходящий или мощи не гниющие, эта вера не выдержит никакой критики. Научной, библейской, практической, жизненной практической. Хотя есть, конечно, такие люди, что говорили и говорят, ну, как говорят, пусть говорят, Малахов прав, пусть говорят. Значит, знаете ли, значит, вот, мол, там мне, мол, помогает, кому-то помогло, всегда кому-то помогло. В чем-то кому-то что-то помогает, я не знаю, что, я не знаю, кто, по-разному бывает, но что-то помогает. Как, допустим, помните ли, феномен НЛО, одно время очень популярный такой всплеск был, увлечение НЛО, и задолго еще до нас в Америке было нечто подобное, там тоже после Второй мировой прям всплеск интереса к НЛО. И группа журналистов решила, ну, проверить, такой психологический тест такой сделать. Просто-напросто договорились со свидетелями, там, с, ну, группа лиц приехала на такую-то дорогу, допустим, в такое-то время. Внимательно осмотрели все, никаких там аномальных явлений не было. Подписались документально, чтобы это было. Что на таком-то, там, допустим, участке, дороге, такое-то... И не было ничего абсолютно. Но в газетах местных пустили ложную информацию, что так и так, мол, якобы на таком-то отрезке дороги, значит, в такое-то время как раз видели неопознанный летающий объект. И, значит, там, типа, из него что-то там попадало или там, ну, прочее. И подписались, значит, как бы научные сотрудники, как бы какие-то, участвовавшие в этом эксперименте. Которые попросили очевидцев этого происшествия позвонить, написать, как-то отреагировать. Сотни писем, сотни свидетелей. Притом, начиная от писем из психушек, будем так говорить, но это отдельная статья. Значит, но это как бы таких немного. Потом, когда уже объявили всем этим людям, объявили, ну, нормально, что, значит, что это был эксперимент, что на самом деле вот документ, утверждающий, что на самом деле ничего не было,
И участники признались в газете, большая статья, все, в других газетах опубликовали, что не было ничего на самом деле. Но было интересно проверить, как люди отреагируют. И потом люди признавались, почему они написали, что якобы были свидетелями, притом с подробностями свидетелями. Оказалось, многие из них просто хотели прославиться, просто хотели где-то промелькнуть, где-то в новостях. Некоторые написали, что они просто в это верят и хотят эту веру поддержать. Вот ради солидарности уфологов там, или как-то, или, то есть решили написать, чтобы, значит, чтобы было побольше свидетельств этих. То есть были разные причины. И вот сейчас скажу так, что вызови сейчас людей, многие скажут так: о, мне помогли мощи, а мне помогла икона. Чему помогла? Кому помогла? Вообще-то это чаще всего это попытка выдать желаемое за действительное. Я одно время много это, как бы, вопросом этим занимался. Почему? Потому что мне, как православному священнику тогда, традиционалисту, выходящему из православия традиционного, и в 96-97 годах я расспрашивал, ну, бывало целенаправленно, бывало не специально, так вот получалось, разговаривал с людьми, с разными православными, религиозными, где-то в монастырях, допустим, и они говорили мне, что им помогло. Потом реально понимал, что реально ничего не помогло. Но они убеждены, что помогло им. И вопрос еще другой. Конечно, я понимаю, что может быть, могут быть и реальные чудеса. И я сам в жизни много реальных чудес видел тоже. Но скажу так, что если человек пережил благое даяние от Бога, на самом деле, да, значит, он будет славить Бога. Он не будет прославлять что-то еще или кого-то еще, а будет Бога прославлять. И я думаю, что вот эта вот страшная диверсия, считаю, идеологическая большая диверсия против России, против Украины, Белоруссии, против славянских стран, русскоязычных вообще христиан, большая идеологическая диверсия, вот уже продолжающаяся не один десяток лет, значит, примерно с середины 80-х годов диверсия о том, что якобы огонь сходит на Пасху, вера строится, созидается искусственно, религиозная вера и истерия религиозная, ну, умеренная довольно-таки, конечно же, без фанатизма особого, хотя бывают и отдельные эксцессы там, с обожженными там, людьми, но это, в принципе, в основном люди не бросаются на Пасху там, под огонь. Хотя бывают и такие случаи. Каждый год люди попадают с ожогами в Иерусалиме. Это известный факт. Хотя священники московские как комментировали ожоги? Москвичи, пострадавшие, приезжали, православные, религиозные, но им говорили как священники? Реальный факт, я знаю. Говорили так, что это недостаток вашей веры. Вы, хотя, как, это именно как раз именно религиозные, именно верующие бросались экспериментировать с огнем. Это не просто руссо-туристо приехал там, значит, с банкой пива, значит, и со свечой стоит там. Нет, нет, именно религиозные, те, кто с пивом просто в храме стоят там со свечой, они там себя не обжигают как раз именно. Вот, таких тоже там товарищей хватает. И знаете ли, что скажу, что вот на мой взгляд, один из сценариев сегодняшних руководителей Кремля, значит, именно чекистской власти, один из вариантов, это возродить Советский Союз. Но Советский Союз, он не возродится без идеологии коммунистической, без идеологии атеистической. Чтобы возродить идеологию атеистическую, некоторые думают, что это очень долго надо. На самом деле, мое убеждение, что это очень быстро можно сделать. Имея такие технологии сегодня и такие ложные чудеса разоблачая, можно сделать атеистами десятки миллионов людей в течение месяца. Ленину удалось это сделать в течение нескольких лет. Сегодня можно сделать это гораздо короче. Ленину как удалось и безбожникам тогдашним удалось отвратить от религии значит, людей. Каким образом? Они были психологами, коммунисты, большевики, не были дураками, однозначно. Они понимали то, что понимал еще до них Достоевский. Помните его письма, его как раз последние годы жизни, публикации его, очень такие довольно-таки пессимистичные, правда, письма, и их читать не очень приятно, честно говоря. Но одно из этих его как бы писем Достоевского как раз именно очень пророчески звучит. Он написал, что русский народ по природе своей атеист. И дальше он писал, что если когда-нибудь в истории атеизм именно, он придет... Что-то батарейки опять садятся. Видимо, лекции такие, темы такие важные, что батарейки не выдерживают. Да, или пора уже перерыв делать.
Да, я извиняюсь, да, я уже затянул, наверное. Хорошо, давайте мы тогда отдохнем, да.